По результатам объездов в ноябре-декабре прошлого года губернатор посетил каждое муниципальное образование и поставил задачу определить самые проблемные дворы, которые, так сказать, со времен Советского Союза не вкладывалось ни копейки. Была очевидно определена проблематика, что необходимо ремонтировать эти дворы, благоустраивать детские спортивные площадки, восстанавливать асфальтовое покрытие. Такая задача была поставлена органам местного самоуправления. В результате проведенной работы было предложено 166 наиболее проблемных дворов, по мнению муниципалитетов, и были предусмотрены средства 174 миллиона на восстановление асфальтового покрытия, текущий ремонт дворов, внутриквартальных дорог, 60 миллионов на установку и ремонт детских и 60 миллионов на ремонт и установку спортивных площадок. Ну и кроме того, будет, так сказать, новая программа федеральная, порядка 81 миллиона, также будет выделено средств на придомовые территории. Губернатор поставил задачу, чтобы в этих проблемных, так сказать, дворах, которые высветили сами муниципалитеты, была проведена работа, опрос жителей, для того, чтобы грамотно и правильно перераспределить ресурс, который заложен. Вот. Ну и мы провели анкетирование, по сути дела, сегодня оно завершается. Было раздано порядка 25 тысяч анкет. Также были привлечены главы муниципалитетов, организовали эту работу каждый на своей территории, привлекли наиболее активных жителей, старших дворов, представителей общественности, депутатов, ну, всех тех, кто наибольше понимает саму проблематику в каждого двора. Вот, поэтому мы сейчас по состоянию на вчера проанализировали, ну пока, так сказать, в режиме отчета, 85% квартир было, так сказать, опрошено. Анкеты нам сегодня все сдают. Была предварительно поставлена задача до 15 февраля, ну сегодня на аппаратном все услышали, до среды мы должны будем провести работу, проанализировать и качество проведения опросов, и результаты, то, что жители Севастополя высказали вот по тем проблемам самым дворам, да, какую работу надо провести в первую очередь. В результате этого будет сформирован перечень дворов, работ и сроков по их выполнению. По дворовым территориям мы постарались максимально ответить на запросы горожан. Мы предварительно составляли список из 80 домов. Этот список сейчас увеличился до 86, а в целом он составляет порядка 160 домовых территорий. Для нас задача провести техническое обследование этих территорий, составить соответствующую смету и обеспечить проведение работ. Мы в этом году заложили средства порядка 250 миллионов рублей на эти цели. 80 миллионов рублей плюсом придут еще из федерального бюджета на соответствующие цели обустройства. В моем представлении эту работу нельзя считать законченной, если у нас по результатам смет, подготовку имею в виду, если по результатам смет у нас будет другая сумма, 300 миллионов, 320 миллионов, которая будет подтверждена экспертизой, значит будем исполнять работы именно на эту сумму. Если успеем в этом году, нет, будем продолжать в 2017 году полностью проводить ремонт домовых территорий.